Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Кошак, Серега, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Давно не было у нас рубрики «Аниматроники гоняются за нами», вы записали мне всю личку, чтобы мы это записали. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Ну что, Серега, я надеюсь, ты удивишь нас сегодня волнами аниматроников, мы будем веселиться и угорать. А Серега будет ставить нас в неловкое положение. А, уже пошла жара? Давай, погнали. Ого, Серега. Кстати, Фокси не бегают на этой карте. Не знаю почему. Фокси можешь не ставить. Они какие-то ленивые. О, все, ребята. Пошла жара. Ах, блин, я дернул. Ах, блин. Ты шо, я испугался? Блин. Неожиданно. Побежали. Так. Опа, фонарик не воруйте. Ты что, марионеток уже поставил? А, жопа горит. Опа-опа-опа, пацаны, начинается у нас. Опа-оп, бежит, бежит, ну не за мной. Разбегаемся. Они бегают мимо меня. Чё такое? Кстати, аниматроник упал здесь, сразу разбился с такой маленькой высоты. Очень-очень странно. Так, ребята, я знаю, что вы хотите меня убить. Но у вас это не получится. Нет, получится! Эх, Бонька, ну что ты такой, как я? Неугомонная душа. Хорошо. Хорошо, я не расстраиваюсь. Я просто обижаюсь. Так, 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 давайте, ребята, попробуем. Да как за жопу укусил на столе? Ах, жучара. Они жмут, они жмут. Со всех сторон. А что жмут? Меня. Чпонькс. Да, они как-то умирают сами, это очень хорошо. Они падают, они падают. Ну, давайте проверим, здесь он разобьется или нет. А, не, живое. Живое. Оно живое. Оно живое, пацаны. Оно живое. Так, сюда никто не заходит? Балунбой уходит, а ему вообще по барабану. Балунбой, вы что такие... Ого, один в одном. Пассивные. Не, они так прикольно смотрятся, прям как будто глюк игры. Но это все четко так и должно быть. Эй, ты пердун шаровый. Они очень медленно идут, очень. Ой, еще б чуть-чуть, я б напорол. Эй, ты что по столам бегаешь? Ты смотри на него, звездный лорд, прощай. Блин, мне так нравится, не знаю почему, но мне нравится. Так, ночной режим включен, фонарик включен. Так, кто там по голове топчется новый? Хоп, а вы сюда не зайдете никогда. Эй, Фредька, ты ж не можешь ходить. Отвали, отвали. Да смотри, что они делают. Делают и делают. Кусают, да. И кусают. Ну, а мы сейчас скоро начнем им мстить. Очень сильно. Я знаю один способ. Вокруг стола. Как-то они странно топчутся. Серега, на раз этого пилпака не ставь в той. Потому что они... Или они... Не, они, кстати, хорошо бегают, забирают свои слова назад. Они оп. Лучше, чем с первой. Да, части. Да, да, намного лучше. Так, запрыгивай, ну, жопа. Уже застрял. Ну, это как черепаха двигается. Смотрите, смотрите, как они и дрожат. Так прикольно смотрится. Если вам нравится, ребята, как мы записываем, ставьте лайкосик. Не забываем подписываться на классный канал Dimas.tv. Всем рады, всех уважаем и всех любим. И в наш Дискорд тоже не забывайте заходить. Сюда можно пообщаться с Сережной, с Кошаком и с Димасом. Все очень гениально и просто. Что-то... Не, давайте другое оружие возьмем. Давайте все-таки возьмем какую-то оружку и накажем. Смотри, как они за мной бегают. А они на тебя агрятся. А, вы на меня агритесь. Это жесть. Страйк. Да, дабл, трибл килл. Бум. Бля, мне нравится. Бум. Ого, что с полов зеленая штука вылетает? Так, ты что тут шастаешь? Бум. Да как? Я отомстил. Ого, электрическая кабака пошла. Ай. Так, что, черное очко запустить? Ну, боюсь, что может игра вылететь. Или нет? Нежелательно. Может... Нежелательно. Давайте постреляем с такой оружки. По башке. Ого, что она так отлетает? Так, давай еще здесь постреляем. Так, пополняется оружка у нас. Давайте что-нибудь другое возьмем. Пацаны, если кого-то я убью, не обижайтесь. Ого, он сальто прописал. Вреда сальто не умеет делать. Дима, смотри, что эта пушка делает. Показывай. Убейте его. Убейте. А, я всё. Убил его. Это было красиво, мне понравилось. Ой, Сережна. Не хотел я.
Во всем кошак Виктор виноват. Надо ж кого-то обвинить. Димас, смотри, что я делаю с трупами аниматроников. Вот, давай. Вон бой, допустим, вот он. Иди сюда, смотри. Так, бегу со всей силы. Вот он. Блин. Ну. Воу, кишка-выпускатель. Давай, Серега, новую волну. Больше никого не вижу я. А, хорошо. Давай еще. Нам мало. Сейчас. Я хочу больше. Так. Так, а я пока возьму... Кого бы поставить? Давай, давай, удиви. Ай, сам себя убил. Это ж умный человек так бы не сделал, да? Вот это они, конечно, бегают. Триатлонит. Кстати, вот это очень пак жесткий, да? Прям как-то жестко совсем. Запрыгивай, жопа жирная. Они не идут со мной? На! Блин, не успел выстрелить. Еще чуть-чуть я бы стрельнул. Меня сожрали. Так тебе и надо, Сережна. Тебя сожрали. Ребята, у нас такое классное настроение. Надеюсь, вы сейчас сидите, смотрите ролик и тоже улыбаетесь. Без причины, как и мы. Так, что ты это тут? Наплаждаются они. О, хотите веселья, пацаны? Давай. Ай. Молодец, Дима. Прикольно, да, Рушка? Смотрите еще раз. Танцуют все. Ого, ты их наставил здесь сколько. Хорошо, давайте веселиться дальше. Эй, ты что на меня скример вонючий кинул? Так, давай, давай, давай. Набираем силу черного очка. Выпускать его я. Ай-яй-яй. Хорошо, что мы, ребята, спаун тут поставили. Это было бы жестко постоянно бегать и летать. Сейчас мы будем сидеть. Я слышу, кто-то там мочит очень жестко аниматроников без меня. Я тоже хочу. Я их аннигилирую. Молодец. На! Ах ты, вонючая чекуся. Ого! О, я тоже! Я тоже это делаю. Блин, а прикольно. Блин, они так классно растворяются, ребята. Смотрите внимательно. Ух, и полетел вверх просто. Ай-яй-яй, какие мы сегодня жесткие, а? Не щадим никого. Так, хорошо, хорошо. Нет, Серега, это не интересное оружие. Давай какое-то интересное. Допустим, ага. Кирпичи. Нет, кирпичи тоже не пойдут. Давай. Кирпичи мы наложим, когда это нас сожжет. Давай еще волну. Сейчас. Выбираю тут кандидатов. Кандидатов в убийство. Пусть погоняется, может, за нами, то мы как-то немало убегаем, мне кажется. Да, то мы тут сидим и так... Давайте сейчас, короче, давайте так делаем. Серега сейчас ставит аниматроников, и чисто на интерес, кто из нас останется последний живой, тот и выиграет. Давайте летим на один стол тогда, чтобы было по чесноку все, и спрыгнем с него втроем. Старь стола, играем. Давай, Серега. Ой, головешка. Две головешки. А головы, наверное, будут плохо гоняться, не? Не, не надо их убивать. Виктор, остановитесь. А ну давай проверим, будут они за мной гоняться? Не, Серега, что-то они плохо они бегают. Они на Виктора агрятся сейчас. А что они между столами не пробегают? На меня вот агрятся. Опа-опа. Наверное, наш кого надо Танёга поставить? Во! На арене так будет поярче. Все, давайте, я вас жду на спауне туда. И мы все вместе идем прыгаем. Прыгать идем. Так, Серега вообще разошелся, какой-то псих. Все. Мне кажется, я и секунды не выживу, но я постараюсь. Оп, между столами попрыгаем. Ого, они все за мной, вы что, я так нечестно. Ага. Я боюсь спрыгивать. Я боюсь прыгать, но я попробую. Блин, головой лбом о потолок ударился. Опа, и все. Я убегаю, Димас, и тебе советую. Все, я тоже убегаю. Да это жесть, да как? Да, я даже не успел убить. Ого, они быстрые, они на этой карте просто такие скоростные. Оп, и побежали в другую сторону, ребята, вы видели? Просто какие-то психички. Мама мия. Мне кажется, так не выжить. Пацаны, давайте так, ничья. Да я даже между столами не могу перепрыгнуть, даемся, они меня короче, гасят. Ладно, аниматроники в этот раз выиграли. Вы выиграли, мужики и мужичихи. Битва окончена, может быть, они выиграли битву, но не войну. Да-да-да-да-да. Поэтому давайте, ребята. Мы уйдем красиво. А ну-ка, удиви, как это красиво можно уйти с этого мира. Ах, сволочи! Отомщу за себя и за всех, кого вы убили. Я взрываю. Кого ты взрываешь? Оно не вылетит? Оно не дали взорвать. Давай только одну бомбу, потому что вылетит на рабичий стол. Хорошо, хорошо, я одну и взял. Вон она стоит, видишь, какая здоровая. Ого, кабака.
Бу! Аниматроникам все. Серега, а что такое? Я не понял. Какая-то хлопушка. Да она какая-то как обманка, шо ли? Сейчас будет нормальная. Нормально, да? На! Нормально? Пойдет? Нормально. Да чё они живые? Чё? А ну идемте проверим. А вот она, чекуха. Сыкуха, что ли? А-а-а. Давайте как-то ее красиво убьем. Давай, подарок. Вот подарок. Подарок от Сереги. С наступающим Новым годом. А у меня скример еще есть, пацаны, марионетки. Значит, еще где-то одна жива есть. Бум. Главное, не нас убил, да? А нет, а да. Норм. Ой, Димаса убил, извини. Ничего страшного. Голова еще, пацаны, давайте голову накажем. А где? А вот. А где она, я ее не вижу. Марионеточ, марионет. Смотрите-ка, лови подарок. Давай, мочи голову. Надо подальше, а то тебе сейчас опять сольюсь. Сейчас опять Аллах Акбар будет. Ну-ка. Ну, короче, головаха, это тебе с Новым годом. Поздравляю, желаю счастья, здоровья и зависть. Ух ты, жахнул, неплохо. Бери меня зовут. Смотрите, марионетка как-то тут, как-то она пополовину. А чё я заглючила? Эй, ты чё глючная? А чё я глючит? Она танцует, не стреляйте. Хей, патимейкер. Шейкер, шейкер. На, говно. Ой, пацаны, обстоятельства. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ступайте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все. Пока!